Город вообще тема сегодня актуальная, современная, рождающая много вопросов, много дискуссий. Насколько важно участие населения в тех или иных преобразованиях города? Какие сегодняшние современные тренды? Цифровой город, что это такое? Как с этим быть? Движемся вперед. Как это воспринять? Как это понять? Как в этом поучаствовать с тем, чтобы вот город, который сегодня наш древний город, он не только оставался древним и красивым, но преобразовывался в современность, переходил плавно, достойно, с разумом и превращался в современный город, сохраняющий свою историю. Вот сегодня как раз мы собрались об этом, много говорим, и говорим о том, что через проектную деятельность, через серьезные, значимые городские проекты это вполне себе возможно к реализации. Есть сегодня очень много интересных инициатив, интересных стратегически нацеленных проектов. Сегодня речь идет о том, чтобы их правильно, хорошо, грамотно реализовывать. Поэтому еще один из вопросов нашей сегодняшней секции – это подготовка кадров для работы в современных условиях, мыслящих правильно, мыслящих стратегически, но насыщенных, наполненных знанием и, конечно же, любовью к городу.